На замену всему этому приходит, да, как вы уже догадались, сабельная пила от компании Edon. Такой инструмент предназначен для обрезки веток, а также распила различных материалов, даже в труднодоступных местах. Кроме того, небольшой вес дает возможность проводить длительные работы без усталости. Благодаря тому, что в инструменте можно без труда заменить пильное полотно, данную модель можно использовать не только для дерева, но и пластика, гипсокартона или металла. А теперь об особенностях данной модели. Горопрочный толстый пластик, добротная прорезиненная рукоятка, упорная скоба из толстого металла. Там же находится быстрозажимной патрон. Просто проворачиваем пружинный механизм в сторону для установки пилочного полотна. Быстро и практично. Над кнопкой пуска имеется кнопка блокировки от случайного нажатия. Сам курок нажимается очень легко, без усилий. Данная сабельная пила имеет два аккумулятора емкостью 2 ампер-часа. Напряжение аккумуляторов 21 вольт. Также в этой модели имеется подсветка рабочей зоны. Индикатор уровня заряда. Поставляется в пластиковом кейсе в наборе с двумя аккумуляторами, а также с двумя пыльными полотнами по дереву и по металлу. We'll be right back.